iPad. Замена зарядного шлейфа. Для начала аппарат необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPad». Причиной замены зарядного шлейфа чаще всего служит выход из строя разъема заряда. Выкручиваем винты, фиксирующие шлейф. Переворачиваем шлейф и отщелкиваем коаксиальные кабели. Затем снимаем шлейф. Новый шлейф собираем в порядке обратном разбору. Все, зарядный шлейф заменен.